Я кличу тебе, Боже, ти чуєш голос мій. Подними, подними на
Хай про твоє розуміння, откровення, Господи, в цьому. Хай суєтність світ
час, Боже, нам у нас не крадеться час, Боже, спілкування з Тобою. Хай прийде, Боже, розуміння, що без Тебе, Господь, ми нічого взагалі не можемо їсти. Ефесянам так написано, навіть якщо ви приймаєте їжу, і в цьому є Божа рука, і є Божа милість. Не в нашій силі, брати і сестри, навіть їсти, їжу приймати, якщо Господь не благословить на це. Господи, як ми залежні від Тебе, як ми потребуємо Тебе, Боже. Як ми потребуємо Тебе, Господи. Зміни, Боже, нас. Забери, Боже, все те, що нам заважає в повноті ходити, Господи, перед Тобою. Забери, Боже, все те, що нам заважає в чистоті і святості приходити перед Тобою. Простягати до Тебе руки, Боже. Молитися Тобі, Господи, прославляти Тебе. Господи, забери все те, що нам заважає, Боже, в повноті служити Тобі, Господь. Просимо Тебе, Господь. Благаємо Тебе, Батьку. Отче, благаємо Тебе. Ми дякуємо Тобі, Боже, за спасіння. Ми дякуємо Тобі, Господь, за Духа Святого. Ми дякуємо Тобі, Господь, за кров Твою, за жертву Твою, яку Ти поклав на хрест за нас, щоб ми сьогодні були прощені, щоб ми були сьогодні освячені, щоб ми сьогодні називалися дітьми Божими, щоб ми мали цей великий привілей приходити перед Богом Отцем, піднімати до Нього руки і казати: «Ава, Отче, ми Твої діти! Ава, Отче, ми Твої діти! Ава, Отче, прости нас, помили нас, наповни нас Тобою, Твоєю любов'ю, Твоєю силою, Твоєю мудрістю, ми просимо Тебе, приносимо перед Тобою, Господи, всі наші потреби, всі наші турботи, Боже, бо ми віримо в Твою сильну могутню руку. Ми молитви приносимо перед Тобою, Господи, нашу землю. Україну, Господи, помилуй нашу землю. Помилуй і благослови, Боже, нашу землю. Ми благаємо Тебе, Батько, зупини цю війну, це кровопролиття, Господи. Зупини, Господи, всяку зброю, яка є на нашій землі. Хай, Господи, ця зброя перекується, мить порала, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Хай Твій мир прийде. Хай Твоя милість буде, Господи, з нами. Хай Твій шалом буде в кожній оселі, в кожному серці. Просимо Тебе, Боже, хай такий ворог, як корупція, вона піде геть в ім'я Ісуса Христа з нашої землі. Хай, Господи, всі можевласі, вони приклонять перед Тобою коліна, як написано в Слові Твоєму. Хай буде страх Божий на кожній душі, Господи. І кожен пізнає, що Ти є Господь, і нема іншого. Ти є цар царів, і нема іншого. Хай кожна посадова особа Божа, вона розуміє, що вона на тому місці для того, щоб піклуватися про людей, про народ Божий. Ім'я Ісуса Христа. Благословляю на кожну добру справу президента, прем'єр-міністра, Верховну Раду і спікера Божого, парламент Господи, Кабінет міністрів Божого. Ми їх благословляємо на кожну добру справу і просимо Тебе, Господь, дай спасаючу благодать, щоб вони приклонили перед Тобою свої коліна, Господь. Благаємо Тебе, Боже. Хай починається кожне засідання Боже Верховної Ради, Кабінета міністра Божого, з молитви Божої, з хвали до Тебе, Отець. Це бажання нашого серця, це наша молитва сьогодні до Тебе, це наша мрія Божа. І ми так просимо, щоб Ти благословив нас в цьому і помилував, Господь. Дякую Тобі, Господь. Ми віримо, Боже, в сильну Україну. Ми віримо, Господь, що Ти є цар всієї землі і України, і Ти царствуєш на нашій землі. Царюй на Україні, Господи, просим Тебе, Боже, і прославляйся на цій землі. Прославляйся, Господь, ім'я Ісуса Христа. Дякую Тебе, Господь. Віддайте Богу славу. Віддайте Богу славу за все. І з вірою приймати на те, що ми можемо. З вірою приймати.
Сеять Боже, прийми, Господь, ти цар на цьому місці. В ім'я Ісуса Христа ми молилися. Амінь, брати і сестри. Слава Господу! Слава Господу! Бог благий! Господь дуже любить нашу церкву, брати і сестри. Амінь! І у нас сьогодні, у нас великий привілей. У нас сьогодні дуже багато гостей. Поважених гостей. Помазаних гостей. Дітей Божих. Мужів Божих. І дозвольте вам представити нашого друга, нашого брата. Оце Сергій. Ми дуже чого брата, пастора Матвія, який служив на ретріті, який прикосав на це. Чудовий пастор, вчитель, він служив. І це Богослава, те, що він віджертвував часом своїм, фінансовим, сюди прилетів, щоб послужити нам. І, до речі, я знаю, що ми вже свідчили, можливо, у когось є свідчення ще на церкву за ці три дня, які ми провели в пущі водиці на ретриті. Приходьте сюди швиденько, буквально пару слов. Скажіть, що Господь зробив з вами за ці чотири дні. Танюшенька, давайте швиденько сюди. Давайте всі добре виявили. Ми хочемо, щоб церква також вона була заквашена в це, щоб ми також всі, як одне тіло, ми розуміли, який це великий привілей бути, знаєте, в такий час відділятися від цієї суєти. Залишати всі наші турботні справи і бути просто з Богом, знаєте, молитися, поклонятися і мати цю чудову з ним зустріч. Алілуя! Слава Господу за все. Спасибо, Лілечка. Річі я сіяю. Слава Богу. Знаете, я не хочу много говорить, я верю, что у нас будет время еще на следующем служении, когда будет возможность, мы все выйдем и что-то скажем. Потому что говорить можно много. Единственное, хочу сказать, чтобы все, что мы приобрели, мы поделились со всей нашей церковью. Потому что это Бог служил не только нам, Бог служит своему телу. А мы в одном теле, в одной семье. И мы хотим все вместе радоваться, быть здоровыми, счастливыми, в радости служить нашему Господу. Вот все это Он с нами так делал, преобразовывал, творил. Радовались мы вместе, веселились. Вот и благословляем вот этой всей благодатью, которую Господь на нас там излил, всех, каждого брата и семью, нашу дорогую, драгоценную церковь, потому что церковь — это мы с вами, это не дом художника, это каждый человек, который сидит на этом месте, и мы вас очень любим, и благословит всех нас Господь, и до следующего служения будет свидетельство, я верю, во имя Иисуса Христа. Пастор, можно два слова? Последнее время я и все вы молились о моем здоровье. Но после вчерашнего дня я прошу вас не молиться о моем здоровье. Молитесь об укреплении моем служении. Слава Господу. Я так скажу, на российский, чтобы гостям было зрозуміло, что я говорил об этом там на ретрите. Знаете, жизнь христианина, она похожа, как один злой епископ, на самолет. Мы на земле, мы заправляем полные баки, да, помазание, силы Духа Святого. Мы взлетаем, делаем Божью работу, и нам, как всегда, обязательно нужна та заправка. Да, современные технологии позволяют заправлять самолеты в полете. Но это сверх-супер духовность, скажем так, да. А мы люди, да, и мы все нуждаемся в том, чтобы мы опять сели на землю, заправились наши полные баки, опять взлетели и выполнили Божью работу. И как раз я был на земле, заправлялся. Я заправлялся. Я заправился, пастор. Аллилуйя. И наша христианская жизнь, она вот, да, вот тоже близко говорил, похожа, знаете, как вот самолет, который идет на взлет. Идет на взлет. Все мы летали, все мы видели фотографии, мы понимаем, про что я говорю. Нос поднятый к небу, пол, самолет уже на скорости, и у самолета есть 4 пары шасси колес, знаете, да? И уже все колеса оторваны, только вот последняя пара, она чуть-чуть еще касается земли. То есть фактически вы уже почти взлетели, но вы еще касаетесь земли, чтобы, ну, чтобы не понесло. Мы должны быть немножко приземлены где-то, чуть-чуть, быть с реальностью этой земли.
Но при первой же Божьей, знаете, команде, вы только шух и вы полетели, все. Вам не нужно уже баки заправлять, вам не нужен никакой разгон, вам не нужно там взлетную полосу расчищать. У вас все готово. У вас все расчищено, все заправлено, все решено. И вы уже идете полностью на взлет. И после ретрита, вот мое состояние, оно такое. Все заправлено, все зачищено, расчищено, скорость набрана, нос вверху, бок. Готовите на взлет. Аллилуйя. Слава Господу. Это искренне от сердца. Это искренне от сердца. Поэтому я также вас побуждаю, братья и сестры, находите время. Находите время, знаете, на день, на час, на два. Желательно, конечно, полностью погрузиться в это. Я не говорю, что, понимаете, вот воскресное служение, это вот оно... Ну, поймите правильно, что когда мы приносим Богу какую-то определенную жертву, когда мы отделяем что-то, когда мы на алтарь ложим какую-то цену, Бог особо приходит. И когда мы три дня мы отделяем от работы, финансово, от семьи, от каких-то забот, проблем наших, мы ложим на алтарь эту цену, Бог обязательно придет. Бог примет уже, и Бог благословит. Аминь. Поэтому пускай Господь благословит нас всех. Я прошу Тебя, Господи, то помазание, сила, Господь, Духа Святого, тот огонь, который сошел, Господь, в пуще водицы, на Твой народ, который будет там, пускай он придет на все тело и на всю церковь во имя Иисуса Христа Божьего. И пускай этот огонь он еще больше возгорается, не потухает. И пускай вера наша, Господь, она возрастает, Боже. И пускай наше состояние духовное будет подобно, как взлетающему самолету, который готов заправлен в силе Духа Святого выполнить любое поручение Господа во имя Иисуса Христа. Аминь. Я вас благословляю. Спасибо. Молимся за здравие. Говорите к сердцу Иерусалима. Иеремия 31:31 написано. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. И нам Господь все время говорит и напоминает: утешайте, утешайте народ мой, говорите им, что я близко, что я рядом, чтобы они обратились к Иисусу Христу, Господу, и приняли Его в свое сердце. И мы, Господи, послушные дети Твои, и мы молим Тебя о спасении Израиля, о спасении всех евреев, где бы они ни находились. И благодарим Тебя, Боже, за то, что Ты вкладываешь в наши сердца молитву об Израиле, любовь к еврейскому народу, и говоришь нам, слове, так благословляйте сынов Израилевых, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя, да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир, мир на Израиля, мир Иерусалиму, шалом всем евреям по всему лицу земли, во имя Иисуса Христа мы молились, аминь. Слава Господу! Давайте помолимся за наших деточек. Я хочу попросить отца Сергия. У вас благословенная семья, у вас много деток. Шестеро. Господь благ. Вы знаете, как молиться по-отцовски. Жизнь научит. Знаете ли, когда шестеро детей, то, ой, скажу так, даже атеистов запьет Богу. И будет услышан. А все молятся. Некоторые говорят, я атеист, или я там, или я так неверующий, но на самом деле, я к тревогу, так до Бога. Вот, и на самом деле, как вот Евтушенко писал, в окопах атеистов нет. И я не верю в то, что можно родить ребенка и оставаться атеистом. Такого не бывает. Любая мама, любой папа, любой родитель, он даже если он отрицает Бога, он все равно внутри себя имеет этот позыв. Это воззвание к Создателю, тому, кто дал жизнь. Да, и у меня шестеро детей, один внук растет уже, дедушка я, мое дедовство началось, как говорят. Да, и очень благодарен Богу. И как раз пока брат Иван меня встретил, привез сюда на служение,
Я как раз рассказывал о том, как Бог совершил у нас чудо в нашей семье. Вот у нас 3 мальчика, 3 девочки. И у нас 3 родилось детей в России, 3 в Украине. Так вот, international. И в жизни деток много чудес происходит. У нас родилась девочка, и это наша средняя дочь, Таня ее зовут. Она родилась, когда с первого дня рождения ей поставили инвалидность. Потому что у нее не было ключиц совершенно, и врачи сказали, что она никогда не сможет поднимать руки. Ну, высоко, по крайней мере, заниматься с этим, ну, чем-то заниматься там, да, упражнениями всякими, то максимально это вот таким образом может, сможет поднимать руку. И все. И это физиологически, ну, большая проблема. Это проклятие. И вы знаете, Бог разрушил это проклятие. На 2-й день уже после родов я слышал это от своей жены, как она просто свидетельствовала об этом чуде. Вместе со студентами библейского института тогдашнего, мы в Иисусе Навине, мы просто вопили к Богу. Это было вот как 98-й, 99-й год, я там преподавал как раз в Иисусе Навине. И вместе со студентами просто вопили к Богу. И знаете, Господь совершил чудо. Вот, и инвалидность нашей дочери, она продолжалась меньше одних суток после родов, да. И уже на другой день уже я узнаю вот это чудо, что она подняла руки сама, когда даже медсестра испугалась, она позвала, знаете ли, там, ну, врача, там, значит, других медработников, чтобы они как бы увидели, потому что знали, что девочка, значит, ну, вот у нее такая проблема, ручки как плети. А здесь она обе руки подняла и держала их таким образом, долго держала, пальчиками фиксировали, она крепко держала эти ручки. Вот, и врачи удивлялись, недоумевали, такого не может быть. И даже вот эта вот заведующая вот эта роддомом, она, женщина, говорит, я, конечно, не верующая, но все-таки что-то есть на свете на самом деле. Все-таки что-то есть на свете. И даже после этого она так сильно растрогалась, эта женщина, что пустила меня даже молиться за других деток. И даже в это отделение интенсивной терапии, куда никому не пускают, меня пропустила, чтобы, ну, я видела сама, что это чудо, реальное чудо произошло. Поэтому я хочу, чтобы вы за наших деток помолились, особенно там была там двойня в этих колбах таких стеклянных, о которых шансов врачи вообще не давали на выживание. Ну, я теперь знаю, что есть что-то на свете. И Бог, живой Бог. И в жизни каждой мамы, да, и каждый папа этому свидетель. Просто неверующие люди обычно не замечают, не фиксируют это в памяти своей. И обычно списывают на случайность, как бы, значит, ну, как бы, совпадение. Вот, а верующие знают, кого благодарить. И откуда всякое даяние благое, и дар совершенно свыше сходит. Я вот такое вступление сделал большое, но хочу, девочки, благословить вас. Девочки, мальчики, благословить вас во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Очень красивые такие, разные очень. И в вашей жизни Бог да проявится. Аллилуйя. И явится этому миру. Бог любит вас. Отец, благослови деток. Благослови Господь всех. Во имя Христа Иисуса. Отец Небесный, благослови Господь. Благослови Боже всемогущий. Благослови Господи деток. Благослови Боже во имя Иисуса Христа. Боже, прибудь с ними, Господь, всегда, Господь, все дни их жизни, во имя Христа Иисуса. Благослови, Господь, благослови, Боже, всемогущий. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим. И помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Еврехех Адонай Ишмареха, Яхер Адонай, Панав Алейха, Вихунеха, Иса Адонай, Панав Алейха, Веяр
Вавцелеха шалом. Бешем Иешуа, я Машех Иешуа, Машехейну, во имя Иисуса Христа Мессии. Бог Авраама, Исаака, Якова, Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Благослови деток, Господь, и присутствующих здесь, и за кого мы молимся, Боже, детей наших внуков, благословляй, Господь, по богатой своей милости. Боже, благослови тех, кто еще под сердцем вынашивает дитя. Благослови тех, кто еще, кому предстоит, Господь, это. Боже, благослови, Господь, потому что от Тебя родительство, Господь. От Тебя жизнь, Господь, дыхание и все. Тобой мы живем и движемся, и существуем. Благослови, Господь, и прославься, наш Бог и Царь, во имя Иисуса Христа, наш возлюбленный Отец Небесный. Аминь. Аминь. Аплодисменты Отцу, Сыну и Святому Духу нашему. Благослови. Спасибо. Спасибо. Давайте еще помолимся за наши нужды. Я хочу попросить нашего гостя, пастора Матфея, большое благословение для нас. Мы верим в молитву помазанника Божьего. Можно попросить вас помолиться? Аллилуйя! Аллилуйя! Just before I pray, let me just tell you just a little bit of story. До того, как мы будем молиться, я хочу рассказать вам историю. Seven-year-old boy came to a town for the first time in his life to meet his mom. Семилетний мальчик, он приехал в город, чтобы встретиться со своей мамой. So when he got home, когда он пришел домой, the mother sent him to go and buy something from the corner shop. Мама послала его купить что-то из магазина на углу дома. So when he got to the corner shop, когда он пришел в этот магазин, he bought what the mother asked him to buy. Он просил то, что попросила его мама купить. When he came, out of the shop, когда он вышел из магазина, it was raining. Пошел дождь. Raining very hard. И дождь был такой сильный. Instead of him to turn left to go home, he turned right. Вместо того, чтобы свернуть налево и идти домой, он свернул направо. And the road took him to somewhere completely different. И он потерялся, он шел в другом направлении. And he was crying in the street. И он начал плакать на улице. He didn't know what to do. Потому что он не знал, что ему делать. And it was raining. И шел сильный дождь. He stood at one spot, in the street. Он стоял возле одного места на улице. Crying. Плача. And the police drove past him. И проезжала полиция. They saw him crying. И они увидели, что он плачет. They didn't stop. Они не остановились. They passed. Они проехали мимо. When the police were coming back, когда полиция возвращалась, they met the boy still crying on one spot, the same spot. Они увидели, что этот мальчик продолжает стоять на том же месте и плачет. And they decided to stop. И тогда они решили остановиться. And they said, boy, what is wrong with you? И спросили, мальчик, что случилось, почему ты плачешь? He said, sir. И он ответил, сэр. My mom sent me to buy something from the corner shop. Моя мама послала меня что-то купить из магазина на углу дома. When I came out, но когда я вышел из магазина, I turned right. Я свернул направо. And I don't know where I am. I got lost. И я потерялся. Я не знаю, где я нахожусь. Because I have only been in the country for 3 days. Потому что я нахожусь в этой стране только в течение 3 дней. And the police asked him, "Do you have the telephone number of your mother?" И полиция спросила, у тебя есть номер телефона твоей мамы? He said no. Он говорит нет. Do you know the address? А ты знаешь адрес? He said no. Он говорит нет. And the police said, "Do you know anything close to your mother's house that you can tell us?" Может, ты помнишь что-то такое особенное, возле, что находится возле дома, где ты проживаешь, чтобы ты нам сказал? He waited for 1 minute. Он стоял, думал минуту. He thought about it. Подумал хорошо. After 2 minutes. Спустя 2 минуты. He said. Он ответил. Close to my mother's house. Возле дома моей мамы. There is a big church. Есть большая церковь. In front of the church. Перед церковью. There is a big cross. Есть большой крест. He said to the policeman, и он сказал полицейскому, if you can take me to where the cross is, если ты можешь привести меня ко Христу, I will go home from there. Я знаю, я найду путь домой. And the police put him in the car. Полицейский взял его в машину.
And the police started, because the police know the area very well. Полицейские знали этот район хорошо. So they knew the cross he was talking about. И они понимали, о каком кресте шла речь. And the police drove him to the cross. Полицейские привезли его к этому кресту. As soon as the boy saw the cross. Как только мальчик увидел крест. He got excited. Он в таком восторге был. He said, "Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir." Он сказал: "Спасибо, сэр. Спасибо, сэр." Drop me off here. А высади меня здесь. And the police took his hand out of the car. А полицейские высадили его. And took him to the cross. И привел его ко Христу. The boy heard the cross. Бог, мальчик увидел крест. And he waved to the police officer. Он подошел ко Христу и помахал. Said, "Thank you very much." И сказал: "Спасибо." I can go from here. Отсюда я знаю дорогу домой. And the boy went home from there. И мальчик смог добраться домой. This is the story. Вот такая история. If you can get to the cross, если ты можешь дойти до креста, Jesus can take you home from there. Иисус оттуда может привести тебя домой. Hallelujah. Такая мудрость. The cross is where Jesus, God the Father, joined His hand to our hand. Крест — это то место, где Отец Небесный соединяет нашу руку с рукой Христа. He joined His hand. Он соединяет нашу руку to our problems, с нашими проблемами, to our sorrow, с нашей болью, to our afflictions, с нашими трудностями, to our oppression. Нашим давлением. If you can get there and leave everything you have at the cross, если ты можешь дойти до креста и оставить все это у креста, Jesus will take everything from you there. Иисус возьмет все это от тебя, Он заберет это все. I'm going to leave this to Christ at the cross. Я буду поднимать сейчас все ваши нужды ко Христу Христа. He's going to take over from there. И Он все это заберет от вас. Hallelujah. Father, I thank you. Отец, я благодарю тебя. I lift this to your throne of grace. Я поднимаю все эти нужды к твоему трону благодати. Every need in this basket. Каждую нужду в этой корзине. I bring it to you at the cross. Я приношу это к твоему кресту. Every need in this basket. Все нужды в этой корзине. I lift to your throne of grace. Я поднимаю перед твоим троном благодати. Every need in this basket. Каждую нужду в этой корзине. I ask you, Father. Я прошу, чтобы ты, Отец, that you will meet every need. Чтобы ты встретил и ответил каждую нужду. According to your will. Согласно твоей воле. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. From today. С этого дня. I stop the hand of the enemy in any life that has put a request in this basket. Я останавливаю руку врага в жизни каждого человека, который написал записку в этой корзине. I release the peace of God upon your lives. Я высвобождаю мир Божий над их жизнями. I release the joy of the Lord upon your life. Я высвобождаю радость Божью над этими жизнями. I release healing upon your life. Я высвобождаю исцеление над их жизнями. Deliverance upon their lives. Освобождение над их жизнями. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. Thank you, Heavenly Father. Спасибо, Отец Небесный. Because you have done it. Потому что ты уже сделал это. In Jesus' name I have prayed. Молюсь я во имя Иисуса. Hallelujah. 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 Thank you. Спасибо. Father, in the name of Jesus. Отец, во имя Иисуса. Ранда ла бакира сонда ла бакира ла санда. Your spirit responsible for this high temperature. Ты дух, который вызывает эту температуру, высокую температуру. I command you in the name of Jesus. Я повелеваю тебе во имя Иисуса. Take leave from this body. Оставь это тело. Take leave from this body. Оставь это тело. I command that your temperature remain return back to normal. Я повелеваю, чтобы температура твоего тела пришла в норму. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. Every part of your body. Каждая часть твоего тела. I release the anointing of God. Я высвобождаю помазание Божье. Upon your body. На твоем теле. Devil, stop your activities in this body. Дьявол, я повелеваю тебе оставить всю твою деятельность в твоем теле. This is the temple of the Holy Ghost. Это тело принадлежит тебе, Бог. And you have no, Божий. And you have no place in this body. И у тебя нет больше места в этом теле. I command that you are healed.
Я провозглашаю, что ты исцелена. Jesus said you are healed. Иисус сказал, ты исцелена. Thank you, Father. Спасибо, Отец. In Jesus' name I have prayed. Во имя Иисуса я молю. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Спасибо. Давайте поклонимся Господу и приготовимся до Слова и до причастия. Боже, доторкнись до нас через цей спів, через це поклоніння, Боже. Приготуй наші серця в ім'я Ісуса Христа. Також благослови наші фінанси. Віддаємо тобі, Боже, славу, честь. І цим прославляємо тебе. Поки ми поклоняємось, тихенько можете прийти до скрині і посіяти те, що Господь вам буде на серці. Великий Бог, великий Бог, великий Бог.